возвращается к Богу. И эта мысль должна нас с вами сегодня навести на размышление не просто о смерти, но о жизни. Сколько нам с вами осталось жить? Мы должны прожить оставшиеся годы так, как достойно надлежит человеку, творению Божию, образу и подобию Божию. Сегодня вы дети, завтра молоды, а послезавтра уже смерть серебрит виски, а еще через день за вами уже пришли. И это мудро сделано, что мы не знаем дня и часа своей смерти, ибо Христос говорит нам: всегда будьте готовы, берегите каждый день и каждый час, времени мало для настоящей жизни. Болезнь, война, беда может обойти человека, но ни одного, кто бы он ни был, нищий, генералиссимус, кто бы он ни был, ни одного не пройдет, не обойдет этот час. И праведники, и грешники, и злые, и добрые, все одинаково возвратим свой долг, свои кости земле. Но человек состоит не только из плоти и крови и из костей. В нем есть то, чего нет ни одного живого существа. В нем есть дух, совесть, мысль, чувство, вера, любовь, надежда. Нельзя это положить в могилу, нельзя это засыпать песком и землей. Мы с вами, люди, единственные на земле существа, которые отвечаем за свои мысли, за свои слова, за свои поступки. Христос говорит нам: блаженнее давать, нежели брать. Сколько мы отдали своего труда, своей любви, своего терпения, вот то мы и приобрели для вечности. Человек, который живет для себя, проживает пустую, бездарную, ненужную жизнь. Две заповеди только дает нам Священное Писание. Любовь к Богу и любовь к человеку. Даже тот, кто не понимает, что такое Бог, должен почувствовать, что есть великая тайна, которая восходит все наше мироздание, которая управляет всей Вселенной. Как не любить ее, потому что это есть сама жизнь. Все прекрасное и сокровенное и совершенное, явленное нам. Любить жизнь, любить Божью природу, любить тварь. Все, что есть, красота Божия во всем, в каждом цветке, в каждой звезде. У Бога нет мертвых, все живы. У Бога все живы.